Итак, привет, друзья. Сегодня решил вот вновь попытать счастье, удачу, так сказать, взять за хвост. Попробовать открыть кейсики. Немножко, ну, короче, свои вот эти, как обычно. Ну, не мои, конечно, но просто, как обычно, открыть по одному хотя бы. А потом пойти уже по большей ставке, так сказать. Какие-нибудь другие попробовать. Может, что повезет. Давайте сразу не будем долго думать. Сразу погнали. Ух, сколько там шоков пооткрывали сразу же. Да ладно, сразу же, я думаю, ВП даст. Отдать. Давайте хотя бы по два тогда. Чтоб какой-то толк был. Ладно, по три. Может, что повезет реально. Ну вот давай, ДМ-ки. Нифига. Ой, здесь его подаст. А, блин. Ну ты херня. Я в это уже не верю. Это ж так раз и уже выпал. Это за манух. Ну давай мне. Вот. Даже МП не дает. Я обычно или с МКой, или с ОВП бегаю. Ну если в КС-ку играю иногда. Нифига. Так, тут у нас что? Нет, тут вой точно не попадется. Вот это еще можно. Хотя бы два открыть. Ну, спасибо, да не даст. Просто интересно смотреть, из какого ящика выпадает что-то. А есть ли вообще какой-то шанс? Давай хотя бы вон какого USP. О, давай рыцарь. Да хер там. Не докрутил даже. А до этого никак не докрутить. 6, ну хоть. Вернул. Так сказать, на халяву. Крутанул. Драгонлорм еще, бац. Так, еще одна. Дал. А, хер. Все. Хватит, сказал. Ну чё, погнали по другим кейсам. Чё у нас осталось? Чё у нас тут осталось? Этот кейс меняется. Фиаско, чё тут у нас есть? Не, фиаско, иди нахер. Фиаско не по приколу. Ну, племянник вчера выбил здесь вот. Попробовать. Может, выпадет. Ну ты мразь. Ладно, нахер отсюда. Так, АВПшка. Сахар что-то у нас есть. Понятно. Так что не всегда везет. Давай. Может, ЛП какой-нибудь будет.
Нормально. Ну ты мразь. Блять, сайт, ты мразь просто. Это капец, блин. Ну чё тут, больше нечего тут нигде тыкать. 100 рублей осталось. Да, это пиздец. Конечно, жесть. Вот о чем и говорится. Не каждому везет, не каждому дают. Вот слабо, а хули мне не выпало ничего полное. Сайт, конечно, блядь, охуевший. Конкретно стал. Здесь, блядь, говно все это нахер. Интересно, ничего такого нету. Так, 100 рублей. Чё бы ещё такое допано стало бы? Так, это 110. Нахер. Нет, только что-то вот это говно не прибавляется, кстати, странно. Вроде открыл. Тут все 129. Кстати, ну-ка. Ну, что там? А, это говно только осталось, да? Правда, все. О, 101 рубль. Блять. Долбанный браузер. Так, что тогда получается? Давай фиаско попробуем. Что у нас тут? Ну, вот видите, кому-то вот везет, кому-то нет. Дай мне эту хуйню. Да, блять, пидорасты. Они сэ. Сколько раз вот можно тебя, блядь, заправлять в тебе деньги, блядь, а ты, блядь, хуйню всякую даешь, блядь. Пиздец, блядь. Админы, блядь, вы ебанулись точно. Вы, блядь, специально выкрутили, нахуй, или чего? Какая-то хуета просто, блядь, а не сайт, блядь. Блять, раньше хоть что-то давал, тут, блядь, деньги закинешь, блядь. Вообще, нахуй, сразу тебя, блядь, в ноль несет, блядь, пиздец, блядь. Ебучие вы сайты, блядь. Надо вообще завязывать, нахуй, с этими сайтами ебаными. Эх, чё у нас, 41 рубль. Блядь, 51, 61, 51. 25. Да хуй там плавал. Ладно, хуй с ним. Пошли херанем. Может что-то даст продать, да может крутануть еще чем-то там. Я уже в ленте вижу, тут ничего не дается. Ну он даже, блядь, этот не даст. Да, сайт, ты что-то вообще охуел. Блять, вот эта хуета вот тоже дергает, меня бесит. Тут явно, блядь, идет. Как он не подкрутка, блядь, но все равно, блядь, он. Видно же, дергается, блядь. Все, блядь, последние деньги нахуй. Короче, сайт, иди ты нахуй, блядь, вот я могу что сказать. Все
Все, пиздец, ребята, вот так вот. Вот ваш вот, блядь, вот просите открывать кейс, блядь. Вот вам, блядь. Пожалуйста, открывай. Это я видео специально выпущу. Потому что меня это уже просто заебло. Спас и пиздец какой-то. Я бы аж деньги, блядь. Толк никакого. Сейчас еще пятикатку закинь, блядь. Хуй там он что тебе даст. Ладно, ребятки, че, короче, все. Жопа. Еще в минусе. Немного. Один раз, блядь, дал, блядь, себе, как здесь, блядь. Вот правильно, блядь, его атаку такую сделал с факами. Всем сайтом нахуй, фак, блядь. Пошли вы нахуй все сайты. Изи дропы эти, блядь. Мэджик дропы, блядь, всякие, блядь. Все вы идите нахуй. Зитроп точно, блядь. Ну, в десятки раз нахуй валите, блядь. Столько бабла, блядь, там потратил, блядь, и толк от него никакого, блядь. Ладно, ребята, давайте, всем пока. Так, привет, ребята. Так сказать, подзакинул копейку еще. Может, что-то сайт даст мне. Какой-то веки. Уж настроения вообще никакого. После этих сайтов всяких, да. То одно, то второе. Че тут у нас пенсионеров-то? Ну, тут ничего такого хорошего нет. Че, на АВП? Может, что-то даст хорошо. Давайте, че. Поставьте лайк. Может, повезет. Может, нет. Кто не знает. Сайт, мне кажется, ничего не дает. Да ты че? Ну, что стоит? 400 рублей. Попробуем еще раз. Надо вернуть свое. Давай вот этот, ну куда гадюка это? Ладно, так мало стоит. Ну все. Так сказать, бог дал, бог взял. Продать-ка все, конечно, что. Куда мне-то? Давай. Что-нибудь подороже, больше 1000, на хотя бы вот это что. Понятно, африканская сетка, естественно. Да. Подарился эту косарь целую. Ну да, африканская сетка, опять же, да. На, сет, бери. Да, блин, я это видео точно выпущу, но это самое грустное видео будет, блядь. Пиздец, все. Блядь, нахуй, короче, говно все это, пиздец, блядь, просто. Да, блядь, сайт, блядь. Короче, ребятки, мне кажется, больше открытых кейсов не будет. Или может будет, но, блядь, через несколько месяцев. В ближайшие месяца, не ведь, может, после Нового года. Уже денег точно не будет. Ну, докрутись до ВДМ-ки, блядь, хуй ты, блядь. Шакал, блядь. Не. Не по
Пиздец, блин. Ой, блядь. 99. Не, все, у меня больше денег нет. Да, блядь. Блядь, вот выпадает же что-то. Типа. Я не смотрю, что тут кому-то выпало, все это может быть пиздеж. Честно смотрю, с какого кейса. Потому что есть вообще какой-то толк. Вот, а видишь, бот ВПшки херачит. 228. Вот, 282. Хотя бы одна ВП-шка выпала бы, блин, там за 1000-2-3. Было бы вообще королево. Или вот таких пистиков штуки две. Два пистолета. 40 тысяч на пуст. Надо не 40 тысяч, а 30. 30 с копейками тысяч надо. Вот так вот. Ладно, ребятки, теперь точно пока. Все, после Нового года какие-то будут кейсы. Крутану еще разок. А если уж там не повезет, то тогда реально нахуй эти сайты. То что, ребятки, вам не советую в эту херню залезать. Будете потом тоже бабки просиживать. Да. Ой, как он на изидропе одном. 5000 с чем-то кейсов открыто, а толку никакого. Говно все касается, все это замануха. Ладно, ребята, все это везет только раз в 10 лет. И то, если вам повезет, с вас потом эту же сумму и загребут. И так уже загребли, кстати, больше этой суммы. Я считал специально. Я уже, получается, на 1500 на этом сайте минусе. Ну, не считая, если пистолет посчитать. И то пистолет, ну, продался, блядь, за 11 тысяч, блядь. Вообще пиздец. В этой жизни какой-то... 2018 год какой-то ебанутый год. Год мошенников и этих, блин, кидал всяких. Ладно, не будем о грустном. Пойду War Thunder играть. Вот так вот. Ладно, ребятки, давайте. Не играйте на этих сайтах. Не советую. Нахер. Все это дичь полная. Давайте, всем пока.